Добрый вечер. Мусинск на связи вижу. Так, Ярославль. Так, Пенза. Ростовская область, Амурская область, Ижевск. Минусинск, извините, понял. Иркутская область. Галич, Смоленская область. Великий Новгород, Кузбасс, Татарстан. ДНР говорил. Пахмао, Сургут, Санкт-Петербург. Омск, Калининград, Ставропольский край, Мордовия, Феодосия, добрый вечер, Омск, Бахан, Брянск, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Башкирия, Янао, Красноярск, Благовещенск, Пушкино, Кострома, Березовский, Тольятти, Воронеж, Челябинск, Ульяновск, Костанай, Казахстан, Волгоград, Благовещенск, Омск и Рузаевка. И Липецк тоже с нами, как-то и утром, и вечером. Хорошо. О, даже Ташкент с нами. Какая прелесть. Так, Коркино, Тамбов, Керчь, Майкоп. Да, нас сегодня очень много, это очень хорошо. Мы сегодня с вами говорим о достаточно объемной, но тем не менее, при этом еще и Троицк, и Кузбасск, и Самара с нами. Но, тем не менее, объемный, но достаточно на самом деле... легко понимаемой теме, это формирование коммуникативной компетенции с помощью электронных учебных пособий на занятиях английским языком в 10-11 классах. То есть, с одной стороны, мы говорим о нескольких объемных понятиях, которые нам хорошо известны, и нам важно понять, как они все пересекаются между собой. А именно, это, конечно же, как первый столб, это коммуникативная компетенция, что в нее входит, зачем она нам, собственно говоря, требуется. С другой стороны, системно-деятельностный подход и в ГОС. И с третьей стороны, это, собственно говоря, сам электронный учебник. Это уже ближе к практике, как он нам может помочь в формировании этой коммуникативной компетенции у школьников 10-11 классов. Также стоит отметить, что говорить мы будем на примерах сегодня двух пособий. Это Business English for Young Adults. Это учебник делового английского для молодежи. Может использоваться как элективный курс. Ну и, соответственно, рассчитан уже на уровень 10-11 класса. И English for Adults – это английский для взрослых, который помогает научиться английскому языку достаточно короткие сроки с нуля. И тоже подходит для 10-11 классов, для тех наших учеников, которые остальные... сколько, 8 лет просидели в школе просто так. Назовем это так. Итак, давайте... Нет, вот Ольга пишет, почему только в 10-11 класс? В теме это не указывалось. Указывалось, я точно помню. Тему я сам себе назначал, поэтому очень хорошо знаю, что точно указывалось. Но, в принципе, то, о чем мы сегодня говорим, оно универсально. Поэтому, ну, я имею в виду средней, старшей школы. Поэтому не переживайте, вам понравится. Итак, я надеюсь. Выпускники школ приобретают коммуникативную компетенцию в совокупности ее составляющих. Итак, что же входит в коммуникативную компетенцию? Это речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная компетенция, компенсаторная компетенция и учебно-познавательная компетенция. Давайте обо всем поподробнее. Вот, мне подтверждают, что все указывалось. Итак, содержание составляющих коммуникативной компетенции. Итак, в речевую компетенцию, конечно же, входит говорение, аудирование, чтение и письмо. В языковую – фонетика, лексика, грамматика. То есть уже более... на бумажке цифры, поскольку
Не каждый их умеет произносить. Там сумму, даты, чтобы было точно, просят написать, либо печатают на калькуляторе. Очень часто вижу. И умение подбирать синонимы, умение объяснить то, что нужно, обходя то слово, которое забыли. Учебно-познавательная компетенция актуализирует метапредметные умения, обеспечивает функционирование всех коммуникативных умений и отражается в критериях их оценивания.
слушателям. Я скажу промокод и скажу, как получить учебник Business English for Young Adults с 10% скидкой. Так что, надеюсь, будете слушать очень внимательно. Итак, а мы с вами посмотрим на следующий пример. Абсолютно, все абсолютно верно отвечают. Бывает. Такое упражнение и вообще такие упражнения, которые помогают восстановить фонетику, правильное произношение. Это, кстати, очень хорошо и помогает при подготовке к ОГЭ, к ЕГЭ, поскольку произношение в ходе обучения в школе обычно теряется, в ходе обучения в институте теряется еще больше. Поэтому, поскольку очень многие не любят скороговорки, у них это вызывает своего рода отторжение, можно использовать такие рифмовки, которые тоже замечательно озвучены. Давайте сейчас посмотрим на видеозахвате, как это происходит. Exercise 2. Practice the rhyme. What do you crunch for lunch? Do you crunch for lunch much? How do you feel about a late meal? Do you take greasy chips for your hips? What do you think about having a drink? Do you know, Beth, a good recipe for health? Why do you wait to lose weight? Do you want to lose weight fast? Do you want your years to last? If yes, eat cress and avoid stress. If no, eat what you know. Eat light for the night. Да, вот так тщательным упражнением можно, кто много пропустил в средней и начальной школе, и также хорошо поработать с произношением. У тех, кто готовится к экзаменам. Так. Да, вот вопрос в этом учебнике, каждому разделу или каждой теме есть такие упражнения. Да, таких упражнений очень много. Вообще в английском для взрослых озвучено порядка 730 упражнений во всех двух частях. И упражнения по грамматике вы увидите, упражнения по фонетике и фонике, они все озвучены в этом приятной особенности электронного учебника. Опять-таки, не нужно никуда далеко ходить, не нужно ничего искать, достаточно нажать на наушники, и тут же пойдет аудиозапись. А небольшой плеер сверху, очень удобный, простой, собственно говоря, поможет прокрутить, повторить что-то, и смотреть тексты, при этом пользоваться аудиозаписью. Ну, а мы с вами посмотрим еще на ряд примеров. Я думаю, что во многом еще не раз мы с вами успеем убедиться. Итак, еще один пример на компенсаторную компетенцию из английского для взрослых, где советую всем, опять-таки, чуть-чуть увеличить, как я вот сейчас себе, но вы этого не видите, поскольку это индивидуально. А где в упражнении 1 предлагается изучить алфавит английского языка. Многие, кстати, в старшей школе забывают, в каком порядке он идет. Кто-то забывает, как правильно произносятся буквы именно в алфавите. Кто-то прошел мимо программы обучения начальной и средней школы, что греха таить. И, соответственно, попробуем с вами посмотреть. Что предлагается? Нужно прослушать произношение следующих слов, а также букв, составляющих эти слова. Назвать буквы выделенным цветным шрифтом в каждом слове и запомнить название букв. Они звучат так же, как произносятся в этих словах. Какие слова предложены? ABC, как алфавит, основа начала знаний. BBC, британская радиовещательная корпорация.
Почему компенсаторная компетенция? Сначала нужно отбросить варианты ответов, которые точно подходят для интервью, затем сомнительно останутся, точнее, те, которые точно нельзя сдавать. Хорошо, я смотрю, очень многих хвалят произношение. Мы сегодня с вами еще услышим аудиозаписи. И я думаю, что, конечно же, вам и они понравятся. Так, но электронный учебник не только, хотя аудиозаписи это очень важно, не только аудиозаписи, собственно говоря, славен. Итак, теперь давайте с вами посмотрим на взаимосвязь системно-деятельностного подхода и коммуникативной компетенции. Честно, сколько я смотрел и читал статьи, которые в открытом доступе, нигде при вот такой прямой связи не нашел, хотя на самом деле было бы интересно разобраться. Поэтому я взял формулировки из различных результатов ГОС и выделился. На самом деле получается, что они тесно взаимосвязаны. Давайте посмотрим. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для достижения, взятое из личностных результатов, абсолютно входит в коммуникативную компетенцию. То есть нужно, с одной стороны, вести диалог так, чтобы не обидеть культуру другого человека, и с другой стороны, в принципе, общаться с другим человеком. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. Это из метапредметных результатов и тоже абсолютно подходит к коммуникативной компетенции. Владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Опять-таки из метапредметных результатов. Входит в коммуникативную языковую компетенцию. Владение навыками познавательной рефлексии, как осознание своих задач, средств метапредметные. Сейчас отвечу, вижу вопросы. И опять-таки тоже это входит, конечно же, в коммуникативную компетенцию. Так, сейчас чуть-чуть прервусь на вопросы про 520 рублей. Значит, 520 рублей, да, это общая цена за две части English for Adults с электронной доставкой. Промокод будет на другой учебник, на Business English for Young Adults. Я думаю, что в ходе дальнейших вебинаров мы дадим как-нибудь и скидку на взрослый английский. Но я думаю, что вопросов вроде пока что нет, но если что, задавайте, я на них отвечу, я их вижу. Итак, что еще входит в коммуникативную компетенцию и системно-деятельностный подход, где вот точки пересечения? Способность свободно общаться в различных формах и на разные темы. Это все сейчас будет из предметных. Свободное использование словарного запаса, сформированность умения написания текстов по различным темам на русском родном и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся. Сформированность устойчивого интереса к чтению как средство познания других культур, уважительного отношения к ним предметные. Это все предметные результаты, которые входят и в коммуникативную компетенцию, входят в различные компетенции, которые входят, собственно говоря, в коммуникативную компетенцию. То есть такой вот большой пирог, который очень хорошо переплетен, очень хорошо гармонирует друг с другом. И получается, что поскольку системно-деятельностный подход – это основа в ГОС,
Получается, что достигая коммуникативную компетенцию, мы с вами, собственно говоря, достигаем результатов по ВГОС. Итак, давайте посмотрим на примерах, как это все происходит, поскольку ну, часто бывает сложно выделить те или иные упражнения для того, чтобы понять, в каких упражнениях какие результаты в ГОС формируются. Готовность вести диалог с другими людьми в разных социальных и в разных формах и социальных ситуациях, в разных социокультурных моментах. Предлагается пройти ролевую игру, где есть, простите, где есть интервьюер и интервьюируемый. Да, соответственно, нужно взять одну из двух ролей, провести это. Есть дополнительные указания, такой некий небольшой план того, как это проводить. Есть пример, поэтому языковые и стратегические трудности сняты. И, собственно говоря, после этого провести этот диалог. Да, я вижу, спрашивали про стихотворение для второго класса. Вы можете на englishteachers.ru задать коллегам этот вопрос, и я думаю, что вам очень быстро, в течение вечера, коллеги пришлют нужное стихотворение. Способность общаться в различных формах общения. В английском для взрослых во второй части на 25 страниц можно встретить вот такое задание, где нужно принять участие в дискуссии, почему люди болеют. И поговорить о следующем. Не работать. Если воспользоваться кнопкой Print Screen, то да. Какие-то упражнения вот with English for young adults, в принципе, подготовлены для распечатки. Там есть кнопка Print. Те, в которых нужно что-то записать и что-то заполнить. Так. Скажите, для подростков лучше взять бизнес или для взрослых? Имеет ли смысл брать оба? Все зависит от того, какие у вас цели и задачи. Если у вас уже хорошо обученные, высокого уровня подготовки учащиеся, и вам нужно повышать уровень дальше, то, конечно же, деловой английский. Опять-таки, если интересует деловая лексика и тематика. Если же у вас слабые ученики, то, конечно, английский для взрослых, для того, чтобы наверстать упущенные и заполнить пробелы. Да, если цель потянуть до уровня, то, конечно же, английский для взрослых. Они оба электронные учебники, учебника, но решают совершенно разные задачи. Да, в учебниках есть и в том, и в другом страновические темы, конечно же. Business English for Young Adults вообще подготовлен. На тематике делового английского, но в русле примерной программы 10-11 класса английский для взрослых, конечно же, имеет страновический материал в достаточном объеме. Так, расширение словарного запаса. Давайте с вами посмотрим тоже на примерах из Business English for Young Adults, как можно в интерактивных упражнениях расширить, собственно говоря, словарный запас. Да, есть и тесты, конечно же, и в том, и в другом. Вот опять-таки, ну, не, это не тест, но тем не менее можно использовать как тестовое задание. В данном случае нужно разложить различные понятия к их определению. С одной стороны, тренирует и расширяет лексический запас, с другой стороны, может быть и тестовым заданием. Сейчас посмотрим, учитывая, что наш ученик очень быстро выполняет это задание. Ну вот, как видите, методом тыка не получается верные ответы, но, как мы увидели, все очень легко можно проверить. Давайте я вам сейчас сразу еще один видеозахват покажу. Тоже из Business English, где нужно, вот видели только что на странице был как раз тест. Сейчас даже верну. Сейчас, секунду.
Так. Не возвращайте, ну, запустим заново, будет видно. Ага, увидел вопрос, сейчас отвечу. В данном упражнении мы видим, нужно подобрать различные словосочетания к слову team, определив их по, собственно говоря, дефиниции, которая определяет их. Да, ну и, соответственно, если все верно, то загорается синим цветом. Так, сейчас отвечу на вопрос. Значит, устанавливается на один учебник, поскольку эта вещь лицензионная. Можно покупать дополнительные лицензии, это возможно. По коду. Если вам нужно его перенести на другой компьютер, вы его деинсталируете и переносите на другой. Опять-таки, если в случае чего, всегда существует у нас служба поддержки наших продуктов. По поводу почты. Да, если вы его заказываете в электронном виде, он в течение 5 минут, я лично проверял, приходит вам на электронную почту, и после этого в течение, ну, в зависимости от скорости вашего компьютера, от 20 до минут, до получаса он устанавливается. Так. Хорошо, давайте посмотрим, пойдем с вами дальше, потом еще посмотрим несколько видеозахватов и, соответственно, еще поговорим, поотвечаю на ваши вопросы. Еще один пример на привитие интереса к чтению из Business English, где у нас есть с вами упражнение 6b, здесь вот такой значок руки, оно тоже интерактивное, где опять-таки необходимо расставить заголовки в нужные абзацы. С одной стороны, мы таким упражнением готовим к ОГЭ, к ЕГЭ. Да, вот правильно пишешь, хорошее задание для подготовки к экзамену. С другой стороны, мы прививаем интерес к чтению, поскольку когда оно интерактивное, подсвечивается все синим или красным, а чтобы выполнить хорошо задание, нужно все-таки прочитать. Так постепенно наших достаточно нечитающих учащихся можно приучить к тому, что читать все-таки полезно, можно очень много из этого интересного извлечь. Давайте посмотрим на следующий пример из английского для взрослых, где дается упражнение на владение навыками познавательной рефлексии, а это важно. Это прописано у нас во ВГОС. Давайте посмотрим, как же здесь это достигается. Значит, есть перед нами с вами в 21-м упражнении лист проблем и методов их решения. Значит, это методы лечения на Филиппинах, нетрадиционная медицина. Что нужно сделать? Нужно выбрать те, в которые вы верите, те, в которые не верите, и сказать, какие применяются в вашей родной культуре. Такое задание как раз поможет провести вот этот диалог культур и познакомиться с навыками познавательной рефлексии, полученную информацию. Давайте посмотрим на следующий пример. Ну, давайте, прежде чем говорить о формируемых свойствах личности, я вам покажу еще несколько интересных примеров. Допустим, на аудирование. Я вот вижу, коллегам очень понравилось. Это будет пример из взрослого английского. Задание на аудирование. Сейчас оно запустится. Вот, как мы видим, можно легко увеличить текст. Запустить его как в аудиозаписи, так и My job is very interesting, but I am tired because I work at nights. I like my job, but it is difficult. There are too many orders. My job is risky. There are so many hooligans. I like my profession. I like to teach, but some children don't like to learn. I am often away from home. I am often at sea. I don't come home every week.
Ну, как мы видим, прослушана аудиозапись, наш тестовый ученик, собственно говоря, выполняет, принял решение и заполняет пропуски. Сейчас мы увидим, насколько он прав или нет. Нажал кнопку «Чек». Да, в этот раз ему повезло, он внимательно слушал, и, соответственно, все его ответы верны. Ну, давайте теперь после такой очередной приятной паузы продолжим, посмотрим дальше. Итак, формируемые свойства личности. К чему, собственно говоря, это? Чтобы достичь коммуникативную компетенцию, как получается, нужно еще сформировать определенные свойства личности. А именно, помочь развить открытость, свободу от предубеждений по отношению к людям, представителям иной культуры. Вообще мы все с вами живем в огромном количестве различных рамок и ограничений, которые придумали мы сами для себя. То есть они не общеприняты, просто вот как-то вот у нас сложилось. Но такие рамки могут быть как какими-то принципами, такие рамками могут быть, допустим, как различные фобии. Я, например, очень боюсь высоты, жутко. И нужно было над собой сделать огромное количество усилий, чтобы летать на самолетах. Но сейчас нормально летаю, хоть немножко и побаиваюсь. Но потому что прекрасно понимаю, что бойся не бойся, а все равно летать-то надо. Способность слушать и слышать собеседника. Тоже это нужно развивать, особенно сейчас, когда часто можно увидеть, что сидят в кафе 4-5 человек, компания молодых людей, и все уткнулись в телефон. То есть общаются они даже между собой по телефону. Ну, умение слушать и слышать, оно очень важно, и, конечно же, на уроках английского языка можно помочь, собственно говоря, привить такие навыки и умения. Так, отвечу на вопрос. Электронная доставка оплачивается отдельно? Нет, конечно, это уже сразу входит в стоимость, потому что это решается в три клика. Так, способность видеть общность и особенности, обусловленные культурными факторами данной страны. Тоже очень важное умение принимать культуру другой нации, другого народа, понимать ее и, собственно говоря, знать рамки, когда ты находишься в стране изучаемого языка. Так, готовность к практическому использованию иностранного языка как средство общения с носителями языка. Ну, опять-таки, это достигается в ходе обучения английскому языку, использования максимального количества упражнений на говорение, на письмо, поскольку в коммуникативную компетенцию, конечно, входит еще и письменная речь. Потребность самостоятельно изучать иностранный язык во внеурочное время. А вот тут нам очень хорошо помогают электронные учебники, поскольку они дают возможность подготовиться, самопровериться. То есть ты уже идешь с заданием, которое ты знаешь дома, ты попробовал несколько раз, что, собственно говоря, помогает...
То, что нужно, можно очень долго говорить, но лучше один раз посмотреть. Так, нет, здесь не нужно поставить заголовки, здесь необходимо выбрать, какие. Подан в интерактивной форме. Сейчас я попробую его увидеть. Да, вот он есть. Давайте посмотрим, как это работает. Выполнять упражнение очень интересно. Видите, их тут порядка 7 таких игр. Выбираем нужный нам юнит. Соответственно, используются слова, которые проходили вы в нем. А можно работать как самостоятельно, индивидуально. Можно работать как по парам, вспоминать слова. Можно, допустим, ну, по парам, и также и полгруппы играет со второй половиной группы, где одни берут слова по вертикали, другие по горизонтали, и, соответственно, кто первый заполнит все свои пропуски. Вот, Марко Борис Иванович, как человек, который уже попробовал английский для взрослых, очень точно пишет, что первая часть учебника английского для взрослых предназначена для общего ознакомления с языком, восстановления ранее полученных навыков, действительно так, поэтому эта часть подходит для работы не только в старшей школе, но и в среднем и даже в начальном звене. Но в начальном звене единственное, что нужно подбирать упражнения очень тщательно. Вторая часть помогает, собственно говоря, перекрыть тот недостаток знаний, который, допустим, присутствует у учеников, которые учились до класса 7, 8 или даже 6 хорошо, а потом стали учиться не очень хорошо, а в 10-11 снова взялись за ум. Так. Ну, как мы видим, до конца, конечно же, мы на видео все это решать не стали, но, тем не менее, как это все работает, мы с вами увидели. Итак, давайте посмотрим еще одну интересную языковую игру. Называется она «Накрываем на стол», то есть пишутся указания, что нужно делать, а вы подтаскиваете необходимые предметы в нужном порядке. Абсолютно создает такую реальную ситуацию, поскольку сервировать стол нужно в очень огромном количестве ситуаций. Помогает запомнить необходимую лексику. Да, все эти упражнения можно использовать на интерактивной доске, они хорошо работают. Если все верно, то, соответственно, как мы видели, дается похвала, что вот хорошая работа. То есть есть опять-таки функция самопроверки.